Сколько у вас уроков сегодня было? Пять? Да, пять, но у нас был еще концерт в школе. А что за концерт? Да, сейчас же год театра, и был концерт в честь школьного театра «Маска». Ну и кто выступал? Участники театра «Маска». Ну, они приезжали или как? Или в школе? Это школьный театр. А, школьный. Ну, это сами школьники, да, там? Да. Ясненько. А, кстати, о школе. Что там? В школе есть человек, в моем классе учится. Зовут Антон, и он очень просит тебя передать ему привет. Он канал мой смотрит? Да. Привет тебе, Антон, огромный. Ставь лайки. Всегда. Алена, а ты почему мой канал не смотришь? Мне пока не с чего. Ты не смотрела, как ты ела там роллы? Нет. А? Ну вот посмотришь на себя со стороны, как ты их... Уплетала. Да, ты вообще такое желание у тебя было их сразу все скушать. Аленка, нужно умерить аппетит немножко. Очень у тебя уж сильный аппетит. Ну кушать-то хочется. Ты в 12 лет не соответствуешь своему телосложению. Серьезно? Ну что, серьезно. Сегодня двоечку не получила? Нет. Нет? Это ты пешком со школы? Да. Кстати, а ты поздоровалась с друзьями? А, да, всем привет. Да, привет, друзья, а то мы даже забыли с вами поздороваться. Я здесь монтирую видео. А еще у меня очень радостная новость. Какая? Я ВПЛ по географии на 4 сдала. Ну и что, это новость такая прям? Да. Мне это радость. Да. Событие, конечно, радостно. 23 балла набрала. И нужно по всем этим сдать этот ВПР, или как ты его назвал? Да, ВПР. Это по всем предметам нужно, да? Ну, не по всем предметам, а по каким-то определенным. У нас будет 6 предметов, получается, география, история мы уже написали. Завтра будем писать биологию, в четверг в этот будем писать обществознание, и потом еще будем писать русский и математику. Тебе нравится вообще учиться? Нет? Уж лучше дома посидеть. Ну, а так могу видеться с одноклассниками. Че ты задергалась? Стой нормально. Танцевать хочешь? Вы вчера на стриме пели песни. А я помню. А этот видео... Я сегодня с Рязани только приехал. Ездили... Ты в Рязани был? Да, ездили не лагерь, а какой-то там... Санаторий? Да, какой-то санаторий. Это там Ирин сын был. Три недели. Вот ездили, забирали его. Понятно. Сейчас я вот видео монтирую, хочу... смонтировать и показать. Там больше дорогу снимали, в принципе. А вы следует, что собираетесь все-таки в отпуск ехать в сентябре? Или когда? Ну, мы сейчас поедем, вот как, через неделю. В Ростов. Да, в Ростов поедем. Ну, а это, после. Это не отпуск. После в отпуск поедем, да, в сентябре, наверное. А если что, меня возьмете? А тебе мама отпустит? Мама отпустит. Мама сказала, что отпустит, если возьмете. Ну, я не знаю, это нужно с Людой разговаривать. Я-то всегда за. Я всегда могу взять. Ну, в общем, посмотрим. Ты чай будешь пить? Не, сейчас уже домой побегу. А ну-ка, что у тебя за шапочка одень? Кстати, она тебе идет. Ну, покажи, что у тебя там на руке. Зеленая на руке. Что за хи? Хиппи, что ли? А, ки. И что это обозначает? Кил. Забей в поиск. Ну скажи. В переводчик. Скажи быстренько. А не скажи. Ну скажи. А не скажи. Пожалуйста. Что это там написано? Я не помню перевод. Да. Понятно, тогда все. Алена смотрит со стороны, как кушала вчера. Дай мне один. Роллы. Дай мне вот это. Опять хочешь? Да? Если ты каждый день будешь пиццу есть, ты растолстеешь. Дай мне вот это.
Она уже остыла. Ладно, Аленчик, давай. Давай. Пока. Давай, пока. Двери закрывай там. Хорошо. Нет, здесь не надо, Аленка. Здесь пусть открыто. Все, друзья, всем пока. А я видео буду монтировать.